Шофер «семерки» превысил скорость и потерял управление на повороте. Опасный дрифт попал в объектив видеорегистратора автомобиля, в который въехал лихач. На этих кадрах машина стоит на перекрестке, ожидая возможности проехать. На большой скорости в поворот входит ВАЗ и врезается в легковушку. Обе машины повреждены, а этот водитель проезжает перекресток на разрешающий сигнал. Неожиданно его таранит другая машина. А этот водитель Toyota Camry просто решил быть быстрее всех и пересек двойную сплошную. Увидев такой маневр, инспекторы ГАИ могли бы лишить лихача водительского удостоверения. На Комсомольском проспекте не смогли поделить перекресток «Шевроле» и маршрутная «Газель». Кто виноват в ДТП, будут решать полицейские.